Всем привет, хорошего дня. Че, я, короче, завтра на работу уже стартуем. Знаете, что придумал? В интернете, короче, лазил. Думаю, что ж такого интересненького поделать, подоснять. Короче, нашел некие патовские карьеры, где-то километров 100 приблизительно от меня, недалеко, чтобы не скататься. Час туда, час обратно, грубо говоря, может, чуть больше часа. В общем, решил сгонять, посмотреть, что там за места такие. Такой легенький ролик выпустить, скажем так. Еще заедем в магазин, водички возьмем. А то, блин, я же потом работать спокойно не смогу, не посмотрев, что это за место, что такое. Поверните налево. Поверните налево во двор. Нет, короче, у кого низкий профиль резины, ребят, прям аккуратно. Реально прям жесть нафиг. Странно, писали типа КПП какое-то должно быть. Нету ничего. О, едем пока дальше, значит. Судя по всему, где-то спереди карьер этот. Да, точно, вон она. Машин. Нормально машин. Народу тоже мало. Немало, точнее говоря, тем более сейчас выходной день. Само собой, народ будет. Ну, короче, машин где-то 15 приблизительно стоит. Прикольно. Пройдемся посмотрим. Да, там какой-то КПП стоит, сейчас подойду. Узнаю, что-то как. Короче, да, проход 150 рублей получается. Дали бумажку одну. Сейчас покажу, какую. Дарю такую квитанцию. Пойдем, посмотрим. Шикарно, конечно, смотрится. Прикольно вообще. Да, спускаться надо, конечно, время, а подниматься еще больше времени, блин. Ну, на машине нельзя сюда заезжать, конечно, зато чистенько, аккуратненько все. Блин, километра так точно спускаться даже, наверное, мне кажется, побольше, чем километр. Но оно реально того стоит.
кстати, не сильно много, я бы сказал. О, рыбки есть. В натуре, смотрите. Теперь осталось назад подняться. Можно будет сюда еще раз приехать. Вся работа также день подобрать. Надо солнечный именно. Короче, именно солнечный день как-то подобрать. Еще раз сюда можно будет скататься. Ну блин, шикарное же место. Немножко погулял, немножко помочил. Рыбу посмотрелся еще. О, кстати говоря, можно будет что-нибудь, хлебушка какую-нибудь взять. Рыбку покормить еще. Но нас ждет теперь путь наверх. Путь наверх, считайте, оттуда, снизу. Вот так, по кругу. И вон туда аж. Хорошая такая прогулка. Ну, с такими пейзажами можно и побольше прогуляться, ничего страшного. Геолокацию я сейчас оставлю в комментариях, в описании, точнее говоря, с Яндекс.Карт возьму. Там и координаты будут, и в принципе прям в Яндекс.Картах можно вбивать этот падловские карьеры, если не ошибаюсь, так называется правильно. И все, и в легкую можно будет найти это место. В принципе, я также нашел на Виталии, вбивал, но там нет такого именно в Яндекс.Карта. Еще и небо такое красивое сегодня. Вообще погодку шикарную, конечно, выбрал. Ну как выбрал? Я ее не выбирал. Я вообще спонтанно собрался, сегодня вообще никуда не планировал ехать. Завтра на работу, типа отдохнуть, дела поделать, да и все, и в дорогу. Тут что-то в интернете лазим. Карьера, блин, такая красивая, это, ну, Самарскую область бил, типа, красивые места, и все, и выпало мне этот падловский карьер этот, думаю, ё-моё, давай этот искать, координаты, вбивать 100 километров, да и пофиг, 100 километров в одну сторону, это вот пятерку, ё-моё, за хлебушком сходить, ради таких мест надо ни времени, ни жалеть, ни денег, ничего, надо обязательно ехать, всем советую. Против, судя по всему, я так понимаю, это действующий еще карьер. И грузовые, не грузовые, катаются тоже. Видимо, так. Кстати, этот по расстоянию даже вышло не 100 километров, а 97 километров. 3 километра меньше, чем я думал. Даже, ладно, поехали назад, возвращаемся домой. Смотрите на эту красоту. Сильно топтаться не буду, чтобы не испортить, скажем так. Ну, вообще, вот такая небольшая прогулочка у нас сегодня получилась перед отъездом на работу. Так что, всем добра, всем позитива, всем пока.